Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на стихи замечательного поэта Эдуарда Осадова. Песня называется «Она вошла совсем седая». Песня из цикла «Ожившая поэзия. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Видео из интернета». «Она вошла совсем седая» Эдуарда Осадова. Она вошла совсем седая, сказала, я не знаю, за что ты мучаешь меня. Ведь я же молода, красива, и жить хочу, хочу любить. А ты меня смиряешь силой и избиваешь до крови. Ведь я же молода, красива, и жить хочу, хочу любить. А ты меня смиряешь силой и избиваешь до крови. Веришь молчать, я молчу. Веришь мне жить, любовь гоня. Я больше не могу, устала, за что ты мучаешь меня. Ведь ты же любишь, 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 любое сердце занося. Нельзя судить, любовь не судят. Нельзя, оставь свой, нельзя. Отбрось своих запретов кучу. Сейчас хоть шутку согреши, себя бессонницей не мучай. Сходи с ума, отбрось запретов кучу, сейчас хоть шутку согреши, себя бессонницей не мучай. Сходи с ума, стихи пиши, или в любви признайся, что ли. А если чувства их чисти, ты отпусти меня на волю, не убивай, отпусти. И женщина почти рыдая, седые пряди уроня, твердила: я не знаю, я не знаю, за что ты мучаешь меня. И женщина почти рыдая, седые пряди уроня, твердила: я не знаю, за что ты мучаешь меня. Он онемел в привычный сумрак. Вдруг эта буря ворвалась в разлуке, некогда подумать. Простите, я не знаю вас, не я надел на вас оковы. И вдруг спросил, едва дыша: как вас зовут, скажите, кто? И я надел на вас оковы, и вдруг спросил, едва дыша: как вас зовут, скажите, кто вы? Она в ответ: твоя душа. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, песня «Экспромт». Она вошла совсем седая. Стихи Эдуарда Осадова, музыка исполнения Самуила Фрумовича, видео из интернета. Видео Симона Симонова. Друзья, послушайте мой новый.